Ребята, сейчас моя задача пробраться в дом карапуза. Но первым делом я должен дождаться, пока он с него уйдет. Я буду стоять здесь и караулить его. Все, тихо, камень вращается, это значит, что карапуз уходит. Давайте следить за ним. Я надеюсь, что он уйдет да куда подальше. Байлинский, блин. А, нет, все, он дом закрывает, чтобы он был скрытный. Все, я буду пока что здесь следить за карапузом. Главное, чтобы он меня не спалил. Он что, дурак? Он вышел из дома, чтобы поставить туалет на улице. Что, блин? Ладно, мне придется еще подождать. Я не понял. Вы что, подсматриваете? А? Что, дурак, что ли? Зачем он охрану вырубил? Ашот, ты не похож на Ашота. Карапуз дурной, рыжая башка. Да быстрее бы он свалил нафиг. Я сам разберусь с этой охраной. Акакий, ты будешь Акаким? Акакий, ты остался один. Каким нафиг Акаким? Все, он полетел куда-то на вертолете. Давайте на всякий случай я вообще вот так вот спрячусь. Тогда он меня точно не спалит. Это ж карапуз. Смотрите, у него там жопа торчит из вертолета. Ёк-макарёк, прям на меня поворачивается. Так. Все, он улетел. Поздравляю. Сейчас мы проберемся к нему домой. Мы сейчас возьмем охранника. Здорово, чувак, прости. Ашот или Акаки. Я не знаю, как тебя правильно, но тебе придется немножечко погулять. Давай, иди отсюда. Давай. Что-то не получилось. Давай, иди отсюда, я тебе сказал. Мне нужно срочно в дом карапуза. Навести там кое-какой порядок. Там же у него вроде как алмазы были. Поэтому сейчас мы наведем весь порядок. Открываем нашу дверь. Вы посмотрите, какой все-таки у него дом. А, блин, я забежать-то не успел, черт возьми. Давайте еще разок. Так, проходим спокойненько. И дом закрывается. Все, снаружи все секретно. Ну что же, в прошлом ролике мы рассекретили все фишки карапуза. У него охранник дома появился, офигеть, как неожиданно, ребят. Я чуть не попался просто в лапы охранника. Черт возьми, я не знал, что у него здесь охрана. Нужно нажать на все рычаги. Так, где там у него эти рычаги-то были, я совсем забыл. Вот этот вроде первый. Ага, первый из трех рычагов, хорошо. Давайте второй из трех рычагов. И третий у него был как раз-таки вот здесь. Смотрите, как он его вообще туда спрятал. Как он здесь сделал вот такое странное отверстие. А чё люк закрывается? А чё они сами по себе-то закрываются? Я не понял. Так, нужно успеть на рычаг нажать. Все, есть, нажал! Секретная дверь разблокирована. Отлично! А это значит, что можно здесь подниматься по лесенкам. Все как всегда. Ну да, вот такие вот у него странные книжки стоят. И здесь, ребята, мы проходим просто в стену. Вот, реально, поставьте лайк, и я пройду в стену. Я вам серьезно говорю, я не шучу, ребят, я ничего делать не буду такого сверхъестественного. Я просто пойду вперед. Лайк сейчас ставим, готовы? 3 секунды вам еще даю, успеете еще подписаться. Давайте, готовы? 1, 2, 3. Поперли! Жесть вообще какая! Как он это сделал, непонятно. Так, тут сундук. Это мы, пожалуй, забираем. А еще у меня вопрос вот к этому дядечке. Почему ты не спавнишься? Я вообще не понимаю, как это он так сделал, интересно. Все, давайте несем этот сундук вот сюда, в этот домик. И, пожалуй, я сделаю секретный выход где-нибудь здесь, но не сейчас. Чего? Это что там такое вообще? Какой нафиг SCP? Заложник, это что там? Тихо, это же мороженчик, ребята, как он там оказался? Нужно его не будить. Если чё, а то он мне нафиг пропишет чапалах со скоростью света. Опускаемся в этом домике в самый-самый низ. Господи, лишь бы меня сейчас не спалили. Тарамс! Это самая секретная комната с самыми большими богатствами. Смотрите, один сундук я уже забрал. Он уже там. Сейчас мне нужно забрать еще несколько. Этот-то мы сейчас и сделаем. Быстренько поперлись. Не понял. Где Ашотик? Так, ставим сюда сундук, потому что карапуз что-то уже идет. Чуть-чуть не успел бы, вообще хана была бы. Все, давайте сюда этот сундук поставим. И поехали еще за одним сундуком. Давайте-ка захватим его и все перетащим на верхний этаж. Будем действовать аккуратно, ребят. Ну а что, пока что у меня это все получается. Так, ладно. Блин, карапуз сейчас сюда придет и будет мне хана вообще. Так, давайте сундук этот сюда расставляем. И погнали этот сюда, потом этот сюда и этот вот сюда. Успеем спуститься за еще одним. Так, где все охранники-то? Блин, карапуз уже рядом. Надеюсь, успею. 3 из 3 рычагов. Секретная дверь разблокирована. Он сюда идет. Черт возьми, вон его ник, ребята. Что делать? Я не знаю. Он сюда сейчас спустится же, зараза. Спустился. Блин, он там еще упал. Хорошо, что у меня есть зелька невидимки. Все. Я невиновен. Все
нормально. Но дверь сама как-то, начала подниматься вместе с карапузом. Ну а что, так бывает, карапуз. Так, все, уходим на самый верх. А он пойдет в самом низу проверять. Кто? Кто там? Ёлки, хорошо, что я оттуда ушел. Как хорошо, что я оттуда просто сгасился. И, ребята, где это мы сейчас находимся? А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Мне нужно только как-то забраться. What the fuck? Где мои алмазики? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он меня сейчас спалит. Но надеюсь, что нет. Давайте по одному сундуку начинаем вытаскивать. Один сюда, второй сюда. Блин, так много алмазов у меня еще никогда не было. Забираем еще один сундук, пока карапуз сюда не поднялся. Ставим его сюда. И просто отсюда вылазим, ребята. Заделываем здесь, неважно все как. Правда, карапуз может это спалить, но мы что с вами сделаем? Мы просто выкопаем здесь, например, яму. До такого он никогда в жизни не догадается. Ну его нафиг, мои сундуки тырят, пора переезжать. О, он переезжать собрался. Опа. У него что, еще один дом, что ли, есть? Я не понял. Давайте сначала сундуки расставим, и сейчас мы за ним проследим. И заделываем. Делаем здесь все эти сундуки. Так, все, погнали. Зато мы теперь запомнили, где находится клад карапуза. О, охранник вернулся на место. А, Шотик, ты чего? С ума сошел, что ли? Сейчас я взял специальные вещи. Я буду делать нереальный способ. А, Шотик у нас на месте, но сейчас его здесь не будет. Давай, гуляй, дружище. Давай. Хорош драться, иди отсюда, я тебе сказал. Чтоб больше сюда не возвращался. Ты уволен, пацаненок. Давай, все, плавай там в этой воде. А прямо сейчас мы сделаем для карапуза сюрприз. Пока он собирает там свои вещи, сундуки, мы ему сделаем обалденную такую вот штуку из энергорельс. Ну и не только, естественно. Будем еще и обычные рельсы использовать. Только вот ведут они непонятно пока что куда. Пока что в какие-то 2-3 блока буквально, да. Неизвестно, что в этих блоках будет. Только я один знаю, что в них такого не так. Все, давайте выбираемся отсюда. Вот так вот. Все, ломаем под собой блоки, они нам больше не пригодятся. И идем активировать с вами рельсы. Вот таким вот макаром. Все готово, ребята, практически. Осталось-то совсем фигня, вы понимаете. Осталось сделать здесь фишку. А какая фишка? Правильно, кто-то уже 100% об этом догадался. И кто-то, возможно, догадался о слове, которое нужно составить из этих букв. Я вам даю буквы, а вы составляете слово. Вот такой небольшой ребус, небольшая загадка для вас. Пишите в комментарии, если вы догадались, что это такое за слово. Оно очень легкое, связано с Майнкрафтом. Все, побежали, ждем карапуза. Но вагонетку поставим. Все готово. Просто ждем карапуза. У меня еще невидимка есть. Я прям за этим всем прослежу. Тупой дом, мне не нравится. Блин, у меня уж даже невидимка закончилась. Ёк-макарёк. Но я что взял вторую зельку. Он все не идет и не идет. А вот переезжаю. Наконец-то. Давайте юзаем невидимку и ожидаем. Карапуз выходит из домика. Такой вроде все нормально. О-хо-хо, алмазы, кажется, с собой потащил. Ну ничего, это ненадолго. О, он увидел вагонетку. Зачем он поставил табличку сюда, интересно знать. Бесплатные алмазы. О, нифига. Ой, карапуз. Нет. Как так вышло, не знаю. А, вот такой. Карапуз-телепуз решил поплавать в лаве. Чё за фигня, блин? А чё он туда ещё раз-то побежал? Ну хорошо, побежал. Давайте-ка, а мы ему здесь алмазы оставим, а сами пройдем в дом. Вот так вот, пока он там смотрит на эту лаву, любуется. Не понял, как дверь открылась? Он чё, это видел, что ли? Ой, это зря. Пофиг. Отлично, я в дом. Блин, нужно же проследить, в какой он дом идет. Хорошо, давайте тогда мы возьмем вот этот один сундук, суперсекретный, который никто не знает. А, серьезно, никто не знает? Так вот сейчас я буду первым, кто узнает об этом домике. Отлично, забираемся на самый верх. Сейчас алмазы сюда, забираем сюда. И теперь по старой схеме мне нужно выбраться отсюда. Раз он отсюда переезжает, я думаю, он будет не против, что у него тут небольшая дыра в доме. Ну как бы ничего страшного, да, понимаете ли. И рядом мы поставим сюда еще алмазы. Да, че это он там собрался? За мной никто не следит. Сейчас, мы будем. Как это никто-то? Сейчас, во-во-во-во-во, я слежу. Слава богу. Так, а че это? А куда это он перешел? Что? В смысле? Это что такое вообще? Нифига себе переехал. Ребят, у него просто пол скалы открывается. Вот это я понимаю дом.
Ага, хорошо. Нужно тогда придумать, как туда пройти. Тогда я выпью просто молочка. И смотрите, кто я теперь. Я клоун. Ну а чё, выглядит прикольно, в принципе. И я придумал кое-какой интереснейший способ. Главное, чтобы он меня раньше времени не спалил. А пока я возьму очень интересную штуку в руки. Карапуз очень-очень любит шарики. Поэтому и я придумал подарить ему эти самые шарики. Вот же они какие классные, ну. Только вот есть у меня еще другие шарики. Вот такие. Все, я злой клоун. Все, пойдемте карапузу вручать подарок. Он сейчас, точно обрадуется. Но он так как дома, давайте мы сделаем вот что. Ваш ник теперь клоун. Я переименовался в клоуна, и теперь напишем ему в чате вот такой текст. Тук-тук, карапуз, выходи. Да, ждем, пока дом откроет. О, вон он. О, да, карапуз, здорово, я клоун, ей, привет, я готов подарить тебе вот такие классные шарики, только я их заберу сначала себе. Ты клоун, клоунада. Чего? Смотри, какие шарики есть, сейчас он вообще кайфанет от этих шариков, зыркайте, ребята. Давай мне деньги плати. Какие деньги тебе платить? Слышь, ты что, совсем офигел? Я ему говорю, у меня есть бесплатные шарики, смотри. Бесплатные? Верни 5000. А зачем он мне скинул эти 5000, если ему нужно вернуть? 5000. О, господи, я не знаю, что на уме у этой рыжей башки. Ай-е-бой, гоу в дом. В дом? Интересно, а зачем это в дом? А зачем он их лопает? Ты чё, карапуз? Он открыл мне дом сам. Ребята, нет, карапуз! Фух! Я уж думал, все, хана карапузу, но нет, вроде все нормально. Пойдемте в его дом, отлично. Конечно, пойдем в дом. Стой, пароль. Ну давайте 1, 2, 3 попробуем, может сработает. Откуда? Ладно, пошли. Чего, я угадал пароль? Окей, мы идем в дом. Я ему говорю, карапуз, выходи. Располагайся, я ща приду. Так вот, держите шарики, во-во-во, карапуз, иди играйся вон туда, давай. Я даже тебе открою дверь сам, посмотрим, как он играется. Спасибо за шарики. Топ. Да не за что, карапуз, не за что. Давайте посмотрим, как он ими играется. Ай, классно. Ай-яй-яй-яй-яй, шикарно. Давай, дверь закрывайся, зараза. Все, мы с вами поперли быстрее в дом, быстрее, потому что у него здесь, скорее всего, есть какие-то секреты. Ну, посмотрите, какой классненький дом. Что? Тут странная надпись какая-то. О, а там сундук как раз, только комната какая-то подозрительная. Может, все-таки прочитаем, что там за надпись такая? Слева нет кнопки. Слева нет кнопки, это что значит? Так, слева реально нет кнопки, погодите-ка. А, стоп, кнопка есть, реально, блин, а что? Что? В смысле? Стены уменьшаются, сдвигаются, черт возьми. Фух, еле успел. Меня чуть только что не придавило, офигеть. Не понял. А чё, сундук пустой? Блин, фигня какая-то. Ладно, надо отсюда выбраться. Нет, пожалуйста. Не, карапуз, не надо, пожалуйста. Не надо. А чё он мощный это такой? Так, надо отсюда быстрее выбираться, ребята. Надеюсь, вы уже поставили лайк на этот видос. Это что сейчас было? Мне хана. Давайте вниз уходим. Надеюсь, вы поставили лайк, подписались на канал. Прямо сейчас подписывайтесь, если этого еще не сделали. Вот тут кнопка подписаться. Также предлагаю вам поиграть на моем серваке mc.justmind.su. Он пришел за мной. Айпишник вот здесь. Увидимся в следующем ролике. Пока.